Всем привет! С вами Анастасия Малюта, руководитель проекта в одного коммерческого банка. В этом ролике я расскажу вам об основных этапах запуска нашего проекта переопределения пути клиентов. Все началось с анализа существующих процессов в банке и моделирования новых, которые позволят быстрее и удобнее решать возникающие ситуации по картам наших клиентов. Итак, первым делом мы определились с перечнем возможных причин, по которым может быть отказ при проведении операции по карте, и выделили те кейсы, в которых действительно требуется наша оперативная помощь. Мы рассчитали эффект от проекта и его бюджет, потом последовало согласование на различного рода комитета. Далее мы настроили работу сервиса, подготовили и загрузили необходимые данные, разработали инструкции и скрипты разговоров, обучили агентов и перешли к пилотному запуску. В рамках пилота мы вносили изменения в текущую схему работы и даже скрипт разговора, чтобы достичь желаемого эффекта. И уже через месяц отлаженной работы мы смогли оценить первые результаты и опросить наших клиентов, получивших первый сервис. Положительные результаты и отзывы наших клиентов позволили вывести сервис в полноценную продуктивную среду и через несколько месяцев масштабировать проект на другие сегменты клиентов. Вот это да! Конечно, на старте проекта и даже во время пилота перед нами возникали определенные трудности. Как часто бывает в крупных компаниях, получить согласование и бюджет для реализации новых проектов долго и непросто. Но после встреч и предъявленной аргументации выгод для банка мы получили необходимую поддержку и согласование. Еще один риск заключался в том, что не было уверенности, что сервис в принципе будет востребован. Однако уже первые звонки клиентам показали, что наш проект работает, а клиенты довольны и удивлены. Уже во время пилота мы столкнулись с проблемой технического характера, которая влияла на скорость реакции, а соответственно и качество предоставляемого сервиса. Это был критический для нас вопрос, поэтому мы модернизировали процесс, договорились с безопасностью и нашли способы уменьшить интервал обновления данных в программе, чтобы агент мог в режиме онлайн увидеть и решить проблему клиента по карте. Поживем, увидим. В итоге мы запустили отлаженный механизм, команду вовлеченных в решение проблемы клиентов, профессионалов, и смогли изменить шаблоны поведения клиентов и увеличить их лояльность к банку. Гордимся, что наши усилия оценили как лидеры бизнеса банка, так и сами клиенты. А результатами проекта и реальными бизнес-кейсами мы поделимся с вами в следующем ролике. Всего вам доброго!